Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії лідер обласного осередку політичної партії Євгенія Мураєва «Наші», правозахисник Олександр Соколов. Вітаю вас, пане Олександре. Здравствуйте. І знову тема нашої розмови – субсидії. Днями уряд вніс зміни до порядку призначення субсидій. Ви займалися цими питаннями тривалий час. Навіть отримали рішення судів про неправомірну відмову сумчанам саме в наданні субсидій. Відстоювали право на те, щоб все ж таки поновили субсидії. Чи є у вас відчуття перемоги сьогодні? Ну, скажем так, я полностью не удовлетворен теми изменениями, которые внес Кабинет министров. Я вижу, что сегодня очень многие политики начинают вешать себе медали, что вот мы добились, и Кабмин их послушал, и все внес, и теперь все заживут очень хорошо. Но на самом деле это могут говорить те люди, которые вот вдумчиво не читают, а вот где-то нахватались там, возможно, в интернете, на телевидении каких-то отголосков, да, обещаний в очередной раз того же министра Ревы, что все будет учтено и все получат субсидию. А на самом деле, если вникнуть, ну, знаете, очень спорный момент. Я бы сказал, что, может, даже предыдущая редакция постановления была намного лучше. Другой вопрос, насколько правильно и законно она исполнялась на местах. Вот, потому что если бы все делалось как надо, как там написано, то, я думаю, мы бы судебные решения в свою пользу не получили. Угу. Пане Олександре, от все ж таки рішення уряду вже опубліковане. Проте правомірне воно і всі ці зміни діятимуть, як наголошують на цьому, з 1 жовтня. Чи всі вимоги враховані? Да, ну, принаймні те, що ви робили. Да, вихідний посидів, от вже, бачите, подчеркал себе здесь некоторые моменты. Ну, единственная, наверное, положительная здесь вещь – это то, что учитаны разведенные женщины с детьми. Ранее департамент учитывал доходы бывшего мужа. В данный момент доходы бывшего мужа учитывать не надо. Хотя тоже, с одной стороны, ранее же были и разъяснения Министерства социальной политики, что эти доходы не нужно учитывать. Только наш департамент почему-то закрывал на это глаза. Да, ну, дальше вот все сейчас трубят, что наконец-то люди, которые работают на Фрунзе и не получают своевременно заработную плату, смогут получить субсидию. Но здесь очень двоякое у меня мнение. Дай бог, конечно, чтобы это все свершилось и люди были защищены. Ну вот можем прочитать, допустим, да? Житловая субсидия. Призначение житловой субсидии відмовляют, якщо нарахована заробітна плата є менше мінімальної. А слідуючий абзац йде. Коли є наявна заборгованість роботодавця із виплати заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску, тоді такі люди мають право на отримання субсидії. Тобто, ну, давайте будемо як-то в совокупності учитувати ці норми. Я розумію, як буде департамент діяти. Департамент заінтересований в тому, щоб уменьшить количество субсидиантов. Тем более на 2019 год в государственном бюджете предусмотрено субсидий уже не 70 миллиардов гривен, как это было в предыдущем году, да, а намного меньше, 50. Соответственно, я понимаю, что они могут рассказывать много хороших, там, не знаю, слов, а по факту делать, как и делали. Да? И получается, что если... Ну, как в моем понимании, да, то, что я прочитал, если на заводе насчитывается заработная плата, которая меньше минимальной, тогда вполне вероятно, что работники департамента воспользуются снова-таки этой же коллизией и будут использовать ее для отказа в субсидии. А как мы знаем, большинство людей на сегодняшний день получает там и насчитывается, точнее, им меньше, чем минимальная заработная плата. На что звернули особливо увагу, скажем, от всех новых изменах? А я сразу опубликовал даже на своей странице Facebook такой заголовок. Ну, он достаточно провокационный, возможно, да? Колись, пей, получай субсидию. Ну, оно где-то и правдиво, потому что в данном постановлении почему-то дается льгота людям, которые употребляют с алкоголем, стоят на учете в наркодиспансере, им почему-то дается льгота, и отсутствие у них доходов не учитывается, да, при назначении субсидии одному из членов домохозяйства. А людям, которые трудоспособны, которые оказались, допустим, в 40 лет на улице,
в связи с тем, что заводы банкротятся. Им реально в нашем городе очень сложно найти работу. Им сразу субсидії буде відказано, тому що у них відсутствують доходи. Ваша команда напрацьовувала багато питань і направляла ці звернення до Кабінету міністрів. Ваші питання отримали позитивні вирішення, окрім, скажімо, там, от родин і розлучених жінок, які вже ви сказали? Ну, от, в частності, по фрунзенцам, я вважаю, що вони неправильно внесли. Треба було більш розширено це написати і уточнити, независимо від того, який розмір заробітної плати насчитан чоловіку по вині роботодателя, да, все одно вони мають право на субсидію. Ну, і саме головне, ми хотіли, щоб вони більш розширили поняття «член домохозяйства». Іменно вокруг цього поняття і точились у нас спори всі півгода останні, да, тому що департамент считал, что нужно учитывать доходы всех людей, которые зарегистрированы, а мы же читали постановление, и там ранее было написано, что членами домохозяйства являются лица, которые не просто зарегистрированы, они еще и фактически проживают. Ну, а что сделало правительство? Они внесли такие изменения, что теперь сузили это понятие. И то, что раньше было незаконным, они узаконили. И теперь то, как трактуют эту норму департамента, они сделали совершенно законным, да? Теперь учитываются все доходы всех, кто проживает в квартире или в доме. То есть, точнее, даже не проживает, а просто зарегистрирован. И теперь фактическое место проживания человека вообще не играет роли. Хоть он в Сумах проживает по другому адресу, хоть он за границей проживает, будут смотреть исключительно на регистрацию. Справа в тому, що складні випадки у призначенні субсидій завжди розглядалися на засіданні спеціальної комісії. А на сьогоднішній день є, скажімо так, вказівка Міністерства соціальної політики діяти менш жорстко цим комісіям і уважніше роздивлятися, скажімо, всі ситуації, які виникають. Чи є моменти, я знаю, що у нас на Сумщині було чимало скарг на діяльність такої комісії, чи зверталися до вас люди з зауваженнями і скаргами саме до роботи таких комісій? Вот одним из оснований, почему мы выиграли в том числе и суды, стало то, что документы на комиссию не передавались. То есть департамент, не имея таких полномочий, принимали решение об отказе в назначении субсидий без предварительного рассмотрения этих же документов на комиссии. То есть нарушалась изначально вся процедура. В данном случае, да, действительно очень много вопросов, которые должны рассматриваться на комиссии. И, как написано в постановлении, это всего лишь право комиссий принимать решение в пользу, там, да, выдать субсидию или не выдать, к примеру. Да? Ну, вот, к примеру, в связи с тем, что сузили понятие член домохозяйства, есть у нас такая категория людей, как пенсионеры, у которых в квартире зарегистрированы дети, но фактически находятся за границей, потому что там работают. Да, в постановлении в новой редакции написано, что если такие пенсионеры хотят получить субсидию, то их дети за границей должны прислать им документы, подтверждающие, что они там платят налоги. Офіційно працюють. Да, офіційно працюють. А як бути людям, які отримують дуже часто грошові перекази за кордону від своїх дітей? Чи можуть вони в такому випадку претендувати на субсидію? Да, согласно нового постановления, нужно быть осторожными с денежными переводами. Теперь, если деньги приходят из-за границы в Украину, то эти полученные доходы будут считаться и учитываться при назначении субсидии. Другой вопрос, есть ли механизм отслеживать поступление этих денег? Ну, если такой механизм существует, то, конечно, департамент при назначении субсидии сможет это выявить и увидеть. Пане Олександре, які будуть ваші рекомендації як юриста щодо новинок у порядку призначення субсидій? На що звертати людям уваги, аби все ж таки не залишитися при своїх можливостях без допомоги держави? Я бы все-таки не спешил подавать те документы, которые просят работники департамента. Лучше обратиться к юристам, посоветоваться, сверить все позиции. Если действительно они требуют что-то законное, ну, тогда можно предоставлять. А, как правило, и мы с этим столкнулись вот последние полгода, да,
Ну, работники департамента зачастую требуют то, чего не предусмотрено постановлением, и иногда даже заставляют людей писать отказы от субсидий. Угу. Ну, это, честно говоря, более, наверное, 1000 человек где-то вот читал, просто лишились субсидій із-за того, що вони самі добровольно відказалися. Ми говоримо, ми звикли до того, що субсидія – це допомога держави, так? А якщо я вірно розумію, то в новій постанові є невеличкий бонус, який стосується того, що от такі субсидіальні призначення можуть відраховуватися із місцевих бюджетів. Тобто ми маємо надію на те, що місцева влада зможе деяким, можливо, жителям міста Суми компенсувати такі витрати. Я думаю, що міська влада буде замалчувати цей пункт. На самом деле он тоже такой очень интересно выписанный. Там написано, что в случаях, не предусмотренных постановлением, городская власть имеет право финансировать выдачу субсидий из городского бюджета. А что значит случаи, не предусмотренные постановлением? Это те случаи, которые в принципе не раскрыты в постановлении? Или же это те случаи, когда есть 100% отказ, но городская власть по собственной инициативе имеет право все-таки назначить. То есть вот игра слов, понимаете, да? Да. И, естественно, я думаю, городская власть будет трактовать это все в свою пользу. Угу. А что же робити тим, що людям, які не те, що втратили субсидію, а втратили навіть надію, що вони зможуть її отримати? Мы в любом случае продолжим работать, да, будем консультировать людей. Мы всегда открыты, мы ждем их всегда по одному и тому же адресу. Площадь Независимости, 15, напротив Центрального ЗАГСа, второй этаж, гостиница «Воскресенская». Приходите, все, что в наших силах, мы всегда поможем проконсультировать. Ну що ж, ми вам дякуємо за сьогоднішній ефір, за ваші відповіді. Нашим глядачам нагадаємо, що в студії телеканалу АТВ був лідер обласного осередку політичної партії Євгенія Мураєва, наш правозахисник Олександр Соколов. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.